сколько нужно минимум макияжа, чтобы из меня сделать красотку? Кстати, подпишись на меня, ведь я очень полезная. В первую очередь, я хочу сказать, что лично я уверена, что ты красотка и без макияжа. А вот на мне проведем эксперимент. Начинаем мы с чего? Не слышу, не слышу. Конечно, с ухода. По массажным линиям протираем лицо тоником и не жалеем его, потому что нам нужно хорошенько промочить нашу кожу. Потом я беру сыворотку и тоже довольно щедро наношу на лицо. А поверх сыворотки наношу увлажняющий гель. И наношу я его толстым слоем, потому что мне необходимо выдержать его как маску. Зачем я это делаю, спросишь ты? Все очень просто. Такая маска поможет питательным веществам из сыворотки проникнуть глубже в кожу. При этом все отмерзшие клеточки, шелушения и все мелкие грязьки, которые я не могу убрать со своей кожи, я с помощью маски размочу. Во-первых, таким образом мы очень деликатно убираем шелушения и сухие участки с кожи. Во-вторых, мы напитываем кожу влагой, и кожа не конфликтует с косметикой. В-третьих, увлажненная кожа сама по себе более гладкая, натянутая и менее прозрачная, значит, покраснения и другие неприятности будут менее видны. Сплошные плюсы в одном действии. Конечно, масочку лучше нанести на губы, шелушения на губах нам тоже не нужны. Когда прошло достаточно времени, я беру вот такой многоразовый диск. Он идеально подходит для снятия подобных масок, или можно взять маленькое полотенчико. Вот эти ниточки помогают деликатно убирать размоченные шелушения. Моя кожа может немножечко краснеть от трения, ничего страшного, это скоро пройдет. Беру сыворотку от Life Code, распределила руками по лицу, не пипеткой, именно руками, чтобы мы пипеткой не водили по лицу, не забрасывали в упаковку наши кожные бактерии. А потом берем мист. Мист – это практически любая водичка для лица. Самое важное, что она с распылителем. Это, собственно говоря, и есть мист. Чем облачнее распылитель, тем лучше. Даю немножечко времени всему этому впитаться в мою кожу и наношу крем для лица. Ну что ж, теперь моя кожа готова к макияжу. И ее вид в зеркало такой свеженький, что приятно на себя смотреть. Уход за собой – это лучшее, что мы можем себе подарить после образования. Теперь стоит моя главная задача – самыми минимальными слоями проработать кожу. Обрати внимание, у меня есть обширные покраснения и есть мелкие локальные неприятности. У меня есть зеленая база. Зеленой базой я могу работать только на обширных покраснениях. Что будет, если я нанесу каплю зеленой базы на красный прыщик? Не будет ничего хорошего. Во-первых, база работает только в очень тонкий слой. Если мы на прыщик локально нанесем зеленую базу, то база просто растает на этом прыщике. Вокруг прыщика будет зеленое пятно, а сам прыщик останется красным. Зато, когда мы работаем на больших покраснениях, мы можем добиться того, чтобы на чистой белой коже не было зеленого оттенка, но при этом мы нейтрализовали само покраснение. Дальше. У меня под глазами есть желтая пигментация, достаточно большие по площади пигментные пятна. Они есть у многих, кто пренебрегает солнцезащитой, просто потому что угол падения солнечных лучей такой, что на это место приходится основная концентрация. Чтобы перекрыть желтый по колористике, нам надо использовать фиолетовый. Причем этот фиолетовый может быть просто перламутровым оттенком. Я беру хайлайтер с фиолетовым оттенком и наношу ровно на свои пигментные пятна. И этот фиолетовый, практически незаметный отцвет, практически полностью нейтрализует мое пигментное пятно. Какая еще неприятность есть на моем лице? Это синяки под глазами. Я беру румяна от Vivienne Sabo, которые имеют легкий кораллово-красный оттенок. Растираю эти румяна пальчиком, чтобы слой был максимально тонким. И точечно прорабатываю пальчиком, прикладывающими движениями свои синяки. Если вы заехали румянами за зону синяка, попали на чистую кожу и там образовалось оранжевое пятно, ничего страшного, мы просто берем и влажным спонжиком подснимаем с этого места румяна, оставляем их только на синяке.
Локальные неприятности я оставлю на финиш, с ними поработаем в последнюю очередь. С одной стороны, я нанесла очень много средств уже на лицо, с другой стороны, все из этих средств я наносила в очень-очень тонких слоях. Это гораздо более тонкие слои, чем мне понадобилось бы консилера, чтобы все это перекрыть. Едем дальше. Тональное покрытие. Многие девочки хвастаются, что они не используют тональный крем, а используют только консилер. Это немножко удивительно, просто потому что консилер – это как бы старший брат тонального крема. Это более концентрированное средство, чем тональный крем. Но при этом между ними нет такой уж сильной принципиальной разницы, потому что бывает тональный крем full cover, то есть с полным покрытием, и бывает легкий консилер. В этом макияже я, пожалуй, буду использовать консилер вместо тонального крема. Я набираю на руку немного консилера, разбиваю его спонжем и начинаю переносить на лицо похлопывающими движениями. Так как я заранее проработала все цветовые недостатки, то средства мне достаточно небольших капелек. Так как я перекрыла естественный румянец, мне обязательно необходимо вернуть его на место, поэтому воспользуюсь еще и румянами. Румяна я очень хитренько наношу по контуру голливудского треугольника, чтобы подчеркнуть треугольник молодости. Другими словами, от кончика брови через кончик глаза до кончика губ и вот на эту зону я наношу румяна. Этот нехитрый прием помогает визуально сделать лицо более свежим, более подтянутым, молодым и при этом более симпатичным, так как треугольник молодости для мозга собеседника по нейроэстетике является одним из главных признаков молодости и красоты, то поэтому я постараюсь подчеркнуть его еще и скульптором. Я снимаю спонжиком средство и похлопывающими движениями наношу на лицо. Я затемняю виски, потому что у меня достаточно широкое лицо, и под румянами дублирую границу своего треугольника молодости. Чтобы сделать треугольник еще более выраженным, сделать маленький акцент светлый на подбородке, я немножечко затемняю вокруг подбородка. Для того, чтобы визуальная форма треугольника молодости сработала, необходимо максимально зону голливудского треугольника сделать гладкой. Гладкость обычно ассоциируется с блеском. Намажь блеском, и все будет казаться более гладким. Но на самом деле нет. Именно контраст, это блеск соседства с тенью, создает нам ощущение рельефа. Поэтому данную зону нам нужно подматировать. Беру пудру и закрепляю средство под глазами. Заодно, если есть борозда или мешочек, то мы максимально с помощью матирования делаем их незаметными. Обрати внимание, я сделала сейчас только эту зону, насколько она смотрится более гладкой, чем эта. Но скорее исправим. И немного матирую лоб, потому что я и так самый диско-лоб русскоязычных бьюти-видео. И эту зону я проработала матовой пудрой. Периферию лица я могу проработать с помощью более сияющей пудры. Казалось бы, какая разница, почему такие сложности? Но именно такие нюансы и придают лоск и свежесть макияжу. От уголка губ до височка я прорабатываю пудрой с шелковым финишем. Я не будь я, если бы я что-нибудь не забыла. Конечно, я забыла про контуринг носа, который необходимо делать кремовым продуктом до того, как мы воспользовались пудрой. Поэтому придется воспользоваться сухой коррекцией для носа. Начинаю с переносицы, с помощью тени делаю ее чуть уже. Потом прохожусь по переносице. Стараемся делать так, чтобы затемняющие линии были максимально тонкими. Не надо обводить нос толстой коричневой линией. Это не так работает. Делаю маленькую перемычечку на переносице. Таким образом, делая свой нос более вздернутым. И прорабатываю пипочку носа, чтобы она казалась меньше. Делала я все это с помощью сухого скульптора от Urban Decay. Теперь беру чистую кисточку. И все это аккуратненько подтушевываю. Не размазываю, а именно подтушевываю. Я немножко переборщила с этой пимпочкой на носу. Но с другой стороны, сейчас начало лета, и я могу себе позволить эффект более загорелого лица. Почему бы и нет?
Чтобы нос не смотрелся так обособленно на моем лице, мне необходимо проработать брови. Нижнюю линию брови я делаю четкой и насыщенной, а вот верхушка бровей будет вполне естественная и немножко взлохмаченная. Поэтому начинаю с того, что прорабатываю хорошенько нижнюю линию, прорисовываю уголочек, а вот на всю остальную бровь просто с помощью этого ёршика на конце карандаша разношу продукт. Таким образом, у меня получается бровь четкая снизу, естественная сверху и очень натуральная. Человеческий глаз очень сильно любит контрасты, поэтому если вы хотите привлечь внимание взгляда, то необходимо сделать контраст. Но так как я не могу делать еще темнее брови, я все-таки не брюнетка, я добьюсь контраста с помощью соседства темной брови со светлым карандашом. Провожу под бровкой светлым карандашиком. С одной стороны, такая линия помогает как бы вычистить бровь, если там какие-то непонятные пятнышки, потемнения или просто размазалась косметика с бровей. А с другой стороны, брови становятся намного более выразительными. Мне кажется, я уже смотрюсь намного миловиднее. Что делать с локальными неприятностями? Можно закрасить это под родинку, а почему бы нет? Родинки — это кокетливо. А можно воспользоваться сухим консилером. Минеральный консилер, в отличие от своего кремового собрата, не тает на коже, поэтому не произойдет такой неприятности, что с горячего прыщика консилер просто растаял и образовал вокруг прыщика белое пятно, а сам прыщик голенький. Минеральный консилер останется с вами до демакияжа. Так, наш мозг любит треугольник молодости. Наш мозг любит контрасты. А что еще он любит? Объединение молодости и контраста – это межресничная линия, потому что межресничная линия – это имитация тени от густых молодых ресниц, признак молодости и здоровья. Поэтому не экономим на межресничечке. Дальше. Какие еще секретики подготовила нам нейроэстетика и макияж? Наш мозг любит смотреть на счастливые лица и поднятая ось глаза, когда внешний уголочек находится чуть выше, чем внутренний уголочек, воспринимает как признак хорошего настроения, и заваленную ось наоборот, воспринимает как признак уныния, старости и болезни, и старается от таких людей держаться подальше. Поэтому задираем ось нашего глаза с помощью светотени. Есть восходящая линия нашего века. Ее мы немножечко и продолжим. Плюс я подзатемняю нависание своего века, чтобы сделать его не таким заметным. Визуально облегчить. Тени я выбрала не случайно. Тут выбраны не случайно и цвета, и текстуры теней. Это та метанука, которая в своей матовой форме является настолько мягкими, нежными и заполняющими, то зашлифовывают века, делая его визуально более гладким и натянутым. Если большинство теней, особенно матовых, наоборот, подчеркивают текстуру, то та метанука работает как машина времени, отщелкивающая годы с наших век назад. А пальчиком на середину века наношу блестяшечку. С помощью минерального консилера я подчищаю тушевку сверху и зачищаю форму макияжа снизу. Хитрость. Я беру палетку купания чародейки от Тами Танука и ставлю блики в уголки глаз. С помощью этих бликов я дополнительно маскирую синячок на переносице. С помощью плоской синтетической кисти и коричневых теней я дорисовываю деликатные стрелки. Дорисовываю очень просто. Продляю с помощью теней линию подъема своего нижнего века, а потом просто эту линию уголочком соединяю с веком. При покраске ресниц очень важно обратить внимание, чтобы не было излишков туши на внешних уголках ресниц. Почему это так страшно? Излишки туши тянут реснички вниз, и мы визуально заваливаем наш глаз,
А мы его так старательно поднимали, поэтому не стоит такой маленькой оплошностью портить нам макияж. Ну и нюдовый карандаш для губ, которым я заполняю и контур, и заменяю помаду. Вот такой практически незаметный макияж у нас получился, при этом он шикарно преображает мое лицо. Пиши свою оценку от 1 до 10, напиши, какой тебе прием больше всего понравился, обязательно напиши, что ты считаешь излишним в этом макияже, что не стоило мне красить, и наоборот, может, чего-нибудь очень сильно не хватает, пиши и это. И самое главное, помни, что я люблю тебя.